Привет! Продолжая тыквенную тематику, хочу предложить вам невероятно вкусный и полезный десерт – запеченную тыкву с яблоками и грушами. Готовится максимально легко, время нужно только на запекание. Давайте приготовим! Нам нужны изюм 200 грамм, 5 чайных ложек меда, 2 чайные ложки корицы, 3 яблока, 3 груши и тыква. У меня 500 грамм. Вначале запарим изюм. Закипятим воду и зальем ягоды. Если изюм не запарить в кипятке, он станет сухим в духовке. К нему можно добавить сушеную клюкву. За это время нарежем остальные ингредиенты. Тыкву, яблоки и груши нарезаем на мелкие кусочки и ложим все в форму, где они будут запекаться. Чем меньше кусочки, тем быстрее они приготовятся. Все зависит от тыквы. Она дольше всего запекается. С тыквы Хоккайдо кожицу снимать не нужно. Главное хорошо помыть. Сливаем воду с изюма и добавляем его к нарезке. Посыпаем корицей, перемешиваем все, чтобы при запекании все ингредиенты хорошо пропитались друг дружкой. И заливаем водой, меньше половины формы. Отправляем в духовку на 180 градусов на 1,5 часа. За это время желательно пару раз перемешать десерт, чтобы верхняя часть не была сухой. И пробуйте ножом на твердость. Если тыква стала уже мягкой, можно доставать блюдо из духовки. У нас все готово. Нужно дать десерту немножко остыть. И осталось добавить мед. Чтобы он не терял свои полезные свойства, нужно его добавлять в теплые, не горячие блюда. Можно добавить еще орешки. И все. Очень полезный, очень легкий в приготовлении десерт готов. Осень дарит нам очень много полезных продуктов, и этим обязательно нужно воспользоваться. Укрепляйте иммунитет и наслаждайтесь при этом вкусной едой. Приятного вам аппетита!